мы вот с девчонками тут уже по второму кругу снимаем. Всем привет! А у нас сегодня 26 мая. 26 мая мы с Ирочкой и потом еще Надюша подъедет. Едем в гроты смотреть Сезанн. Сезанн и Кандинский. Да, Сезанн и Кандинский, это будет опять же проект. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur l'avenue Pasteur, B17. Потому что, ну, авторские права. Но я постараюсь что-нибудь сделать, так что пожелайте нам приятной прогулки. Смотрите, какая прекрасная погода у нас. А что это за деревенька? И смотрите, здесь какая огромная церковь тоже такая. Средневековая, ну мы не знаем. Мы все равно не увидели, по какой деревне мы едем. Потому что здесь это много машин, сегодня дорога достаточно загруженная. Видите, наши французы все ходят в масках. И мы тоже сейчас придется нам тут тоже базарчик, смотри, какой хороший. А, точно, да, в Арше было. Сегодня... У нас сейчас, вот посмотрите, появится Бо-Прованс наверху. И, ну, вот опять деревья нам закрыли всю дорогу. Красивые виды, но я снимаю очень мало. Ты помой. Смотрите, сейчас он будет появляться у нас в кадре Бо-Прованс. Но мы едем Сан-Реми до Прованса. И оттуда мы уже поедем в сторону Бо-Прованса. Мы немножечко кружок сделали. А небо какое красивое. Смотрите, какая красивая природа. Мы уже подъезжаем. Ира говорит, сейчас будет тут Гланум. Это римские постройки, да? Или как? Это вообще, это кельтско-лигурийские племена вообще основали это поселение. Вот. А так как он находится на римской дороге, потом, чуть позже, когда римляне уже инсталлировались здесь, а они... закрой, пожалуйста. Да, то есть здесь уже потом поселились римляне. Вот. Вот. То есть это очень-очень-очень такой древний город, который раскопали, вот, то есть первые как бы находки, в 18 веке, а потом уже активно уже где-то начали копать дальше. Начали копать в 19 веке и открыли, ну, это жемчужина просто. Вот мы въезжаем в Сан-Реми. Сан-Реми до Прованса. До Песю. Сан-Реми до Песю. Опля. 30 километров у нас есть. Вот сейчас будет эта красота слева, смотрите. Главное. Так, вот смотрите, я вам снимала в прошлом году. Вот отсюда, что мы сможем увидеть. Ух ты! Это как бы триумфальная арка, да. И это мавзолей. Видите, нам закрывается, конечно. Но мы остановимся, когда поедем в Бо-Прованс. Остановимся на минутку, да, хотя бы? Конечно. Ну все. Сейчас мы уже будем езжать в деревню. Это не деревня, это город быстрее всего. Городок. Я буду городок. Называть городок. Та-ра-та-да-та-ра-та-да. Ну вот мы находимся. Сейчас приду. Мы приехали в Сан-Реми до Прованса. И вот сейчас вот мы уже идем по улочке, на которую хочется зайти в каждый. Смотрите, у нас рестораны открыты. Террасы. Хочется зайти в каждый бутик. Пощупать каждую вещь. Ой. Посмотрите. Ох, мы сейчас зависим сейчас с девочками тут на этих тряпочках. Какой прекрасный ресторанчик, такой весь разношерстный. Специально разные столы, стаканчики. Ну и здесь вот посмотрите, вот это красивое место какое. Надюш, вот с этими ставнями слева, смотри, как красиво. Проходите, дорогие люди, проходите, я подожду. Красиво очень, да. Ну, эту розу вы все знаете, правда? Пьер де Рансарт. Какие у нас тут люстры. Вот он, желтый жасмин, про который я вам рассказывала. А в жизни никогда не видела. Видишь, какой? Красиво. Красиво с лавандой смотрится прям вообще.
Очень красиво. Ну, в таких деревнях можно снимать бесконечно. Это пахнет вкусно. Прям запах. И я люблю меня здесь. Сразу притягивает лаванда, мыло. Не говори. Просто залипли на этом месте, я сняла маску, так красиво, желтые тут жасмины, и вообще столько много композиций цветочных, посмотрите. Короче, людей не очень много, но пофотографируются они нам не дадут. Смотрите, какой здесь магазин сыров, а, обалдеть, а какой красивый. Мать, это сердца у нас вот такие. Тут музыка. Посмотрите, как красиво сделали на стене. И цветочки всякие вон собрали. Старинные. Смотрите. Эти почтовые ящики, какие-то формы, смотрите, для выпечки. Всего насобирали, сделали вот такую прекрасную, красивую стену. Ох, сегодня не очень много людей, хочу вам сказать. Мы когда были в прошлый раз, прям было не протолкнуться. Вот везде музыканты у нас, фонтанчик. Там только что цыгане пели, здесь тоже вон будут играть сейчас. О, как нам мешают маски, послушайте, не поговорить, ничего не снять. Вы видите, мы все здесь четко ходим в масках. Вот какой бутик с приправами, такой красивый. 100 грамм 95 сантимов. И вот здесь, смотрите, у нас всякие разные чаи. Вот я смотрю, чай такой. Спеси коко. Можно сделать, смотрите. Тут есть у нас чай сенша, канеля, кардамон, розовый перец, гвоздика, ноа де коко. И какие-то там фрукты, петали и розы. Смотрите, можно сделать самим чай. Ананас, цитрон, манта. Много чего мы можем, девочки, сами сделать. Я вот специально делаю фотографии, сейчас потом буду дома смотреть. Здесь всякие соли, смотрите, какие красивые. Чего только нету. 100 грамм 4,95, 100 грамм 8,90. Вацабири, посмотрите. Соль камаркская, тоже все понамешано здесь. Хороший на подарочек, смотрите, какой здоровский. Угу. Все такое приятное, правда? Мы, девочки, такую любим. Ира там покупает свои приправы, но она знает уже эти приправы. Красиво. Посмотрите, здесь у нас цыгане поют. Такие красавчики, согласитесь. Мы сзади не можем уйти. Мальчики встали передо мной. Вы слышите музыку? Сейчас я затанцую. Жасмин зацвел, у меня еще не цветет. О, какая музыка хорошая. Короче, мы идем. Очень, вот в чем смысл. Они здесь танцульки балета. Ничего себе, посмотрите, какая тут у нас красота. Людей очень мало, мы это связываем с тем, что закрыт туризм. Дядечка так хорошо велосипедик. Привет. Где я найдешь?
Короче, мы ходим тут. Ничего я сегодня не куплю, мне ничего не нравится, а то, что нравится, дорого. Вот. Я говорю, я экономлю деньги на отпуск. Потому что, конечно, девочки, которые хорошие тряпью, оно сразу дорогое. А которые нехорошие, мне не надо уже. Уже набрались. А там, смотрите, вон жасмин уже практически отцветает. Смотри, какой класс. 10 евро. Вообще ничто. Девчонки, смотрите, вот мы сейчас вот все вот возле психбольницы, где лежал Ван Гог, закончил свою жизнь. Мы сидим, пикникуем, и потом пойдем все-таки посмотрим там на его спальню. Спальня, Ярочка, да? Да, ну его комната. Если я смогу вам что-то снять, я сниму, конечно. Да, ну, там не... можно снимать, конечно. Да, там вид у него найден. Метро де ла Прованс, Сезанн. Видите, какая красота. Это репродукция Сезанна.
репродукции Сезана. Это экспозиция Сезана в Провансе, в карьерах. Вы видите, как здорово. Какая красота вообще! О! Я такие прям буду мёртвым. Аж голова кружится. Thank you.
это Сезанн, друзья мои, во Прованс. Видели, видели? Мы вот с девчонками тут уже по второму кругу снимаем. Ну что, Ира, пошли? Мы уже замерзли. Ну это у нас такая дорога сейчас, к кассам мы идем. Смотрите, все равно как красиво. Это можно смотреть бесконечно, и ты можешь здесь оставаться сколько хочешь. Но мы уже трижды посмотрели все, поэтому мы сейчас и выходим через бутик, естественно. Смотрите, какая красота. Ай-яй-яй, называю. Посмотрите, какие карьеры, посмотрите, как мы под землей, как мы низко, то есть какие высокие скалы. Все это было вырублено и сделаны вот такие вот прекрасные залы, на которых сейчас показывают нам проекции картин великих художников всего мира. Ай-ай-ай, как же это красиво. Здесь у нас кафешку открыли. Все, мы сейчас поедем в клинику психиатрическую к Ван Гогу, потому что мы покушали, мы посмотрели, что у нас время подходит на нашей галерее. Сейчас здесь строго запускают по времени, чтобы не было столпления. Все с этим, с коронавирусом, вы знаете, это очень хорошо, потому что мы хотя бы спокойно сняли и не мешали друг другу. Смотрите, какие скалы тут интересные. Вот, мы машину Ирину оставили там возле психушки. Приехали все с Надюшей. Так что мы поехали обратно, там где-то нам 12 минут. Теперь доехать обратно. Посмотрим Ван Гога, где он жил. Ир, сколько лет Ван Гог жил в этой психушке? Один год практически. Год? Вот. Он сначала жил в Арле. И потом поедем с Ирочкой домой. Вот. Он попросил брата его в какой-то... Видите, какая у меня Ира модная? Посмотрите, смотрите. Они долго выбирали, чтобы это красавица. Было недорого и все. И вот в итоге они выбрали вот это вот место. И здесь почти год, но он очень плодотворно провел. Работал. Работал, он очень много работ, значит, написал. И он отсюда вышел как бы полной силы энергии. То есть он считал, ну, то есть он не считал, что он выздоровел. Но во всяком случае он говорит, что мои приступы редко теперь случаются, и я могу вроде как между ними очень хорошо работать, и я сейчас прям весь активный такой. И вот он поехал к брату. Вот чем все это закончилось. Мне вот 37 лет. А там как будто море, да? Потому да, что в дымке. Слушай, я только хотела сказать, как на море въезжаем. Эти лизальпия. Девочки, как бы ни было, среда, нет туристов, посмотрите, сколько машин. Ну народ вырвался на свободу, ты понимаешь? Народ боится, что нас еще прикроют, еще вас будут опять прикроют. Слушай, так мы тут все это уже бегом-бегом. По крайней мере, манифестации и тому подобное, разгон будет до выборов. Ну что вы думаете, мы не попали в психическую эту клинику, видно, не наш день. Зато мы вернулись с Ирочкой в Риме до Прованс. И сейчас пойдем, хотим выпить кофе с пирожным. И вот мы просто, смотрите, как красиво у людей стоят вот эти вот, это не петунии, эти, как их, нам-нам-нам, вот, и, а это такой бутик, ну,
типа, это Бруканта, Ир? Ну да, ну это не Бруканта, но такое, что-то типа этого. Ну, и... мы все фотографируем. И мы вернулись. Смотри, виды Прованса. Ирка сидит, смотрите, Ирка сидит там, фотографируется. Маша. Ир, ну поставь так, чтобы мы могли вдвоем. Короче, мы тут с ума сходим, слушайте, уже вообще устали, наверное. И смотрите, бери свои пироженки. Когда автобус. А, так подожди, я же снимаю. Бери свои пироженки. Ну давай, Ира. Я сним... Ну давай, Ира. А у нас пироженки. Наверни ее так вот, нагни. Смотрите, у нас тут пирожные такие. И вы там, опля, а еще... Мы балуемся. Оп. Нет? Видели? Видел. А он устал. Он, наверное, уже думает сейчас. Вот, короче, мы тут, слушайте, балдеем. Устали, конечно же, но очень приятно. Короче, мы пьем чай Мариаш де Фрейр. Лучший. Как она называется? В лучшем кафе города Сан-Реми-де-Прованса. Смотрите, у нас там розы. Лучший пастисьер Прованса. Лучший кондитер Прованса. Да. Смотрите, там у нас жасмин с розами. Распрекрасный. Видели? Вот. И здесь у нас, смотрите, это шу, это как бы, ну, капуста, да? Заварное пирожное. Да. Какое-то тоже там, с каким-то, что-то там должно, кули. Кули – это значит пролиться, да, внутри. Да. У меня чай зелёно-чёрный, называется Касабланка. Вот. Видите, тут у нас все как положено. А у Ирочки у нас чай тоже. Марко Поло, один из самых знаменитых чаев. И питых. В этой марке, самый знаменитый. Ну, вот такая у нас распрекрасная посуда, конечно же. И мы просто сидим, балдеем. Привет, Ира, ты меня тоже можешь фотографировать, если что. Я не против. Я говорю, девочка, вы меня тоже иногда фотографируете, потому что, ну, я несчастная же без фотографии. Несчастная, часть. И даже горизонтальные фотографии сделала. Ничего, что я без шляпы. Так вот, я еще не сделала. Ира, я такая... А мне не надо махать? Ну, хватит. Посмотрите, видите, я вот разрезала эту шу. Сейчас вот мы с Ирой будем делиться. А здесь Ира тоже он разрезал. Смотрите, видите? Ой, что-то вкусное у меня. Там такое продине там какое-то. Там что-то вкусное. Орехи там какие-то, да? Ой-ой-ой. И кремик такой вкусный. Возвращаемся, послушайте. У нас такое ощущение, что мы едем туда, где только что прошел дождь. Такой, слушайте, такая синева. И нам кажется, что прямо сейчас радуга выскочит. Солнце выглянуло, послушайте, когда ему уже нужно было садиться давным-давно. Вот, так что мы потихоньку возвращаемся, счастливые, веселые, но усталые, они возвращались домой. Усталые, но веселые, они возвращались домой.